лень мне проснуться с утра, сделать зарядку. Не, мне не страшно сделать зарядку, но просто так лень это все делать. Ну зачем напрягаться? Суббота, как хорошо. Утро. Выспался. 7:30. Ты на озере. Чистый воздух. Ты победил свою лень, и это внутренне придает тебе еще больше сил, что ты можешь делать еще больше. Лень и страх. Ну, теперь ночью страх побороть, занырнуть в озеро. Это мелочи, но с этих мелочей все начинается. Это мелочь, которая делает тебя таким, какой ты есть. Мне страшно, ну, не боюсь я. Или я делаю, каждый день показываю, что я не боюсь. В этом направлении или в другом. Действуй. Как много лень у нас забирает. Как много впечатлений у нас она забирает. Сколько мы можем получить от жизни, если просто делать шаг вперед. Но в кровати такой красоты я не увижу точно сейчас. Лежа. На боку. Я водичка, я сегодня вот пошла и думаю, я иду, и для меня вода теплая. Вот вы понимаете, теплая. Даже зимой. Вот вхожу, и она у меня теплая. Почему? Ну, не знаю. Вы, наверное, не необычный человек. Да. Со всех сторон необычный. Со всех сторон. Не пропускали в этом году ни одного дня? Нет. Ну, выходной я себя... Делайте. Иногда. Ну, может, раз в месяц, может, в два месяца раз. А так каждый день? Но зато какая я радостная, когда я делаю себе выходной. Серьезно? Вот, честное слово, мне хочется и петь, и плясать. Дом, что я никуда не иду, что мне никуда не надо. Поэтому я говорю, что там люди страдают от безделья, от этого. Ага. А я... Для меня это какой-то... Праздник, потому что у вас каждый день нет безделья, а вы каждый день куда-то идете, правильно? Каждый день. Ну, слава богу. Как встал в 4, в 4, в 5. Ага. Так и ну... Ну, хорошо вам дня. И вам тоже. Да. Утром встали. Крепче стали. Ты и можешь быть для лени и для страха своим боссом, начальником. Или они будут пожизненно тобой. Ты представляешь, какой ты будешь? Или ты босс, или ты раб. Так кто босс над своей ленью и страхом? Ты? Или она над тобой? Ты определяешь, того быстрее время-то течет. Очень быстро. But